железнодорожном районе около пивоваренного завода «Балтика» в понедельник днем столкнулись три автомобиля. Все машины ехали в попутном направлении в сторону улицы Трехгорной. Аварию устроил водитель «Мазды Титан». 37-летний водитель в цепочке автомобилей был последним. Грузовик на полном ходу врезался в «Тойоту Ипсум», хозяйка которой сбросила скорость перед светофором. В иномарке с женщиной на заднем сиденье ехали два маленьких ребенка. Мать везла двухлетнюю дочь и сына 5 лет на прогулку в парк «Северный». Детей во время аварии засыпало осколками стекла, но ни ушибов, ни порезов они не оставили. Загорелся красный на сигнал светофора. Я остановилась. Впереди меня стояло еще две машины. Вот, и почувствовала сильный удар. А заднюю часть. Почему? Ну, потому что в меня въехал грузовик сзади. Минивэн от удара отбросила настоящую впереди «Тойоту Пассо», за рулем которой была горожанка с 5-летним водительским стажем. Женщина вместе с мужем возвращалась с дачи. Хотели еще заехать в гости к внукам. Вот мы стояли на красном свете. Ну и все, девочка в меня, и он в девочку. А вы вышли потом, а он что говорит? А он, я не знаю, что у него, что-то с тормозами, наверное, случилось. Я не знаю, что у него. Водитель «Титана» вину признал. Вот только о причинах аварии откровенничать не стал. Ну, случилось, что я могу сделать? А почему случилось? Ну, потому что случилось. Соблюдать дистанцию надо. То есть вы признаете, что виноваты? Да. Тормозной путь грузовика составил 12 метров. Это позволило автоинспекторам предположить, что шофер ехал не быстрее 60 км в час. С места происшествия Ольга Кошелева и Александр Савчук.